Парту героя открыли во второй школе селения Октябрьское. Ее посвятили Зауру Джибилову. Школьники и педагоги решили увековечить память офицера полиции, погибшего при исполнении служебного долга. Ребятам еще раз рассказали, как ценой собственной жизни 23-летний Заур Джибилов защитил жителей республики и предотвратил страшный теракт. Парта героя будет напоминать о подвиге и мужестве нашего земляка, героя России. Сидеть за ней будут лучшие ученики класса. Импортозамещение – одно из приоритетных задач практически во всех сферах. В Северной Осетии успешно внедряют собственные технологии производства корма для животных, рыб и сельскохозяйственного скота. На одном из таких предприятий побывала моя коллега Лидия Цахилова. Шум массивного агрегата слышен во всех помещениях. С его помощью изготавливают корм для собак и кошек. Особое внимание к качеству корма. Никакой химии, только первосортные компоненты. Здесь разработали свою уникальную технологию, используя научный подход. Мы сумели